Добрый день, 989 сборка, игровой системный блок, Ryzen 5 3600, 6 ядер, 12 потоков, ядро Zen 2, 32 мегабайта кэш третьего уровня, очень мощный процессор, они подешевели, есть смысл на базе них собирать компьютеры, стоит кулер Deepcool Гамак 400 Blue Basic, 4 тепловые трубки. Спокойно охлаждает этот процессор. Материнская плата у нас топовая. X470 плюс TUF Gaming. Такой вот ценник мы на нее выставили, наверное, в два раза ниже, чем она стоит. Так что ловите халяву. Так, она новая, гарантия 3 года. Вчера купили новую плату с рук. Не хотел ДНС принимать ее обратно. Ну дай бог. Зато у кого-то появится плата в полцены. Две планки памяти по 8 гигабайт DDR4 на частоте 2666 МГц. Круциал. По мне так, наверное, одна из лучших памятей. Пожизненная гарантия на память. В двухканальном режиме работает. Плата такая вот подсветка. Видеокарта GTX 1060 на 6 гигабайт MC Armor. Две тепловые трубки. Очень холодная карта. Блок питания 650 Вт. Thermaltake серия Light Power. SSD накопитель Form Factory N2. Интерфейс SATA. 240 гигабайт VD Green. Корпус у нас замечательный, формула, два 200-миллиметровых кулера, система подсветки ARGB, которая запитана от такого вот контроллера. Подсветку можно отключить, переключить режим работы, тихие вентиляторы. Корпус у нас очень широкий, боковое стекло, закаленное, и спереди, кстати говоря, закаленное стекло. Плюс есть откуда брать воздух. Сверху можно установить водянку, даже вот тройную. Вентиляторы могут помещаться и 120 мм, и 140. Есть два разъема USB 3.0, два разъема USB 2.0. На материнской плате есть и USB 3.1, и Type-C. Сзади вентилятор на выдув тоже с RGB подсветкой. Такой вот мощный, красивый, большой системный блок. Очень редко такие платы появляются по халяве, так что стоит его урвать.